Мы должны быть терпеливыми. С того момента, как вирус был идентифицирован, прошла всего лишь пара месяцев. Разумеется, у нас не получится быстро найти сильнодействующие средства против него. Напомню, на поиск доступных лекарств против вирусов, вызывающих СПИД, гепатит, ушли годы. То есть найти лекарство реально, но на это нужно время. Мы работаем над поиском препарата, который будет подавлять активность вируса в той или иной степени. Это, мы надеемся, позволит добиться улучшения и у тяжело больных пациентов, и у тех, кто находится в начальной стадии заболевания. Возможно, для достижения эффекта нам придется объединить несколько молекул. Я надеюсь, мы сможем помочь пациентам, но давайте реально смотреть на вещи. Мир не готовился к пандемии, и поэтому мы не можем за пару месяцев найти самые лучшие, самые эффективные препараты. Это никому не под силу. Мы получили важный урок. Человечество должно заранее готовиться к пандемиям, которые в будущем еще повторятся.